Всем привет, друзья! Я всех рад приветствовать на стриме моего канала «Я поиграл», и сегодня очередной стрим, второй, по игре Amnesia Rebirth. Amnesia Rebirth обещает нас напугать. Новая хоррор-игра, вышедшая не так давно, совсем недавно. Популярно, все ее проходят, и я в том числе буду ее тоже пытаться пройти. Напугает ли нас Amnesia, узнаем из серии стримов моего канала. Если вам нравится игра, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Если вам нравится смотреть прохождение игр, если вам нравится мой канал, обязательно подпишитесь. И сейчас под видео можно поставить лайк, дабы поддержать автора. Ну и все прочее есть тоже для поддержки. Итак. Небольшая пауза. Смотрим, как что происходит. Идет ли стрим. Who's coming on my live stream, guys? Thank you today. Today we played in this horror, new horror game. I say about Amnesia Rebirth. Играем сегодня в страшилочку. Так. Сейчас пару сек и начинаем. Так, можно смотреть на Твиче, можно смотреть на Фейсбук, можно смотреть на Ютубе, на Ютуб-канале. Да? Да. Так. Фейсбучок. Запустим Фейсбучок. Глянем картиночку там. Так, мой канал. Не ожидал попасть на мой канал? Всех приветствую, кто только зашел. Сегодня Amnesia Rebirth. Так. Перехожу на канал, смотрю на Ютубе, что происходит. Так. Какое? Ты чё? Так, сохраняю некоторые настройки. Добавляю картинку. Картинку. Вот, блин, теги. Теги 18. Теги сбрасываются, так как стримлю на три платформы, теги что-то не засчитываются. Даже если заранее настраивать. Вот и без настройки никак не получается начинать сразу въезжать в игру. Сейчас изменим кое-что. И вперед в бой. Посмотрим, напугает ли нас Amnesia Rebirth. Amnesia Rebirth. Посмотрим, что она нам напугает. Ну, я скажу по первому стриму. Ну, игра довольно-таки интересная. Я не знаю, как еще сказать. Страшно. Возможно, кого-то напугает. Возможно, и меня напугает. Не, ну, были моменты. Были. Были моменты. Так, обновляю сейчас. Включу стрим на трубе.
Включил стрим на трубе и пойдем поедем играть. Открываю чат. Так что всем добро пожаловать в чат, добро пожаловать в игру. Так. Обязательно общаемся в чате, комментируем что-то, что нравится, что не нравится. Обсуждаем, в принципе, любую тему. По возможности успеваю, смотрю, что вы пишете, и отвечаю вам. Всех рад приветствовать. Сейчас покатим, сейчас начнем. Поближе. Чуть-чуть поближе. Чуть поближе. Так. Бррр. Че я? Все, ну все, в принципе, че, все настроено. Все, погнали. Жмем продолжить. Так. Мы играем за Тася Трианон. Она разыскивает своего пропавшего после авиакатастрофы мужа Салима. В итоге обнаруживает, что тот погиб. Да, и мы встречаем его в пещере. Лазим какого-то хрена в пещере и находим там погибшего ее мужа. Теперь она одна посреди пустыни. Она ждет ребенка и пообещала Салиму, что выберется и спасет их двоих. В общем, нашли мы мертвого мужа. Это было в первой серии. Мы выбрались из самолета, прошлись по жаркой пустыне, залезли в пещеру, в пещере какие-то глюки. Постоянно пугающие нас темнота, где нужна постоянно зажженная спичка, которая постоянно от любого резкого поворота потухает. Вот. Нашли мы погибшего мужа. У него была там что-то, травма какая-то или что, вот этого я уже не помню. И он, короче, нашли ему без сознания. И, собственно, не то, что без сознания, а он уже вот такой вот. Короче. Умер, и мы еще, оказывается, беременны вторым ребенком. Играем мы за Тасси Трианон. Вот. И должны как-то выбраться. Вот пока такой сюжет игры. Из этого всего должны выбраться. У нас самолет потерпел крушение. Мы упали где-то непонятно где. Вот. Особо нас никто в это не посвящает. Так. Нормально. Святые угодники, Салим, куда же мы попали? Вот, короче, никто не в курсе, куда мы попали. Так. Отключай джойстик. Он нам не нужен. Нужно погладить живот. Как его гладить? Как его гладить? Я... Как его гладить? Хер его знает, блядь. Ну как его гладить? Как погладить бейбу? Блин, все кнопки перетрогал. Управление. Назначение клавиш. Проверить живот. X. Так я же X нажимал. Алло. А, надо зажать. Ой, господи. Поверить не могу, что я о таком забыла. Вы можете в любой момент проверить, как там ребенок, нажав X. Понятно? Но ведь что-то явно не так. Срок же был небольшой. Так. Ну да, нормально. Что-то там она рассказывает вечно. Сейчас, секунду. Ух.
Это... В общем-то, мы можем взаимодействовать с предметами. Ты опять сюда, что ли, пришел? Попробовал на свою голову. Черт, нужно быть осмотрительным. У меня все-таки пассажир на борту. Так, нет времени, надо проверить ребенка. Вот это мы сиганули, ё-моё. Мали, do you know her? The statue? I'm from Sudan, Mr. Sterling. This is Algeria. It might be Tinhinan, the mother of the Tuareg? It's a strange style, though. О! Чё это? Дребеденьки. Короче, мы бегаем не пивши, не жравши вот это по пустыням, по пещерам. Постоянно какие-то глюки, что-то она вспоминает, только что она, если... Она в этом не участвовала. Ничего, Джонатан. Припасы, вода, карта местности даже. Ой. Чё там закрыто, чешо? Что за прикол, блядь? Алкаю же её. Ёб твою мать. Так, тап. Мавпа. Да, у нас есть браслет, в общем-то, он нам помогает. Интересная такая штуковина. Погоди. Погоди. Ага. Есть. Блять, взаимодействие тут, конечно, странное с предметами. Раз. Давай, давай, давай. Удерживаем и вращаем мышкой. Гениально. Так, записочка. Что там? Табуретки. О, записка. Опа. Что она его кладет обратно? Подожди. Тут отчет. Тут одни считал или что? Взаимодействие с предметами тут, конечно, странно. Что, открылось, не? И в обратную сторону. Му-му-му-му-му-му-му, что там у меня в животу? Так, ладно. Такое. Красота. Пойдем глянем.
in God's name. Это уже такое видела. Ой, я же говорю, она уже такое видела. Welcome to the end of the world. Добро пожаловать в конец вселенной. Остальные не разбредайтесь, Ричард. Тасси, что там за надпись? Я по-французски не бум-бум. Только что они очутились далеко от дома. Ничего не пойму, что за воспоминания. Как мы тут были, если мы тут не были? Почему она это все вспоминает? Спички, так, мне нужны спички. Очень важны в этой игре спички. Пошли внутрь. Ой. Умница ты, моё золотко. Салим смеется. Ребятушки, добро пожаловать на канал. Кто зашел впервые, ставим лайк, пожалуйста, под видео. Если вам нравится Omnijary Birds, которая должна нас напугать. Вот, явно, явно как-то так. Новый хоррор игр. Сегодня мы поиграть в эту игру. Второй стрим по данной игре Omnijary Birds. И проходим, как-то пытаемся пройти. We were here. I remember being scared. Why? Чё не пойму? Мы ходим по тем местам, где были уже, или чё? Мама рядом, так и знай. Макака тебя напугай. Тише, тише, я рядом, я всегда буду рядом. Давай, давай уже. Грузись. Ой, спички. Две. Сколько у нас спичков? А, две из десяти. Масляная лампа найдена. Так, лампу как достать? Фэ? Да. Чё она не горит? Типа масло немое или чё? О, чудо. Давай, черт побери. Сука. А давай откройся ты уже. Сука. Спички. А ну ебануть ее так вот разочек. Бэ. Вот падла, не открывается, а? Hello? Hello? Не знаю, как ее уронить, как ее трясти, я не знаю. Так. А вон дверь. Ой. Эй. Так,
такое? А, типа темнота, как спичку. Так. Это начинает очковать. Зажечь спичку. R. F. О, май гад. Bite marks too, see? Hyena maybe. A damn big one. Didn't finish its meal. Ой, бля. Блять. Хорошо, что у нее есть хоть ночное видение, ни хера ж не видно. Т. Грации. Нахуй я в натуре сюда зашел. Бля, у меня всего две спички. Куда идти, нихуя не понятно. О, спички. Спички, конечно, важны, но... О, давай запалим, а. Немного страшно. Страшно? Эй! Да так, спичек, блядь, не настачишься. Задрали. Что, ее брать можно? Что? Что? Он и стул. Не понял, я ж лампу поджигал. Твою мать. Дебильная игра. Ой, блядь. И Ефрит, это джин огня и пламени. Отмщение, что настигает убийц. Неумолимый, непреклонный. Смерть городов. Он появляется среди запустения и руин. Понятно, Ефрит нас пугает. Какой-то джигит нас пугает. Он чует энергию жертв и цепляется в них своим горячим взором. Бля, я сейчас с ума сойду. Ой, блядь. Вообще не понимаю, куда иду. Боже. Мне страшно. Есть что запалить? Запалить! Ой, блядь. Последняя спичка. Блядь, твою мать, куда идти? Ой, блядь, свет включился. Ой, блядь. Открывайся! Твою мать! Так, где я был? Все нахуй закрыто. Быстрее, 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 быстрее. Давай! Ух! Не понял. Бывал я тут, не бывал. Шо тут, блядь? Как его толкать? Ох, и взаимодействие. Какое-то оно кривое, ей-богу, не знаю. Ой. О, масло можно заправлять лампу. Да, ни одной спички. Ёб твою мать.
Не понял. А, лампа она без... Без спички. Так, подожди, подожди. Тут мы бегали. Мы бегали, тут мы бегали. О, подожди, а что, я дверь тут не видел, что ли? Ой-ой-ой, отлично. Тут я не был разве? Чё лампа не горит уже? У меня нет спичек. Одна. Идите в жопу, блядь. Пиздец. Да идти, я хуй его знаю. Страшно, пиздец. Не говори. Масло. Откройте, шатал пришел. Так, тихо, тихо. Если там есть... Так, тихо, тихо. А если выйти на улицу? Бля, я не могу ни хера там понять. Там все в темноте, сука, все завалено. Ты кто вообще придумал, а? Да еще и страшно, вот эти глюки вечные. Страшно? Не пошли бы вы нах. Ну вот что, что нарисовано? Как понять? Двумя руками. А, двумя руками, понял. Лопата, друг солдата. Ну возьмем? Нет, не возьмем. Что написано? No entry, нет входа, without the out. Не входить без разрешения капитана Лефевра. Окей. Закрыто. Вот только для квартирмейстера. Подожди. Лопата. Лопатой-то оно хотя бы чуть побезопаснее, да? Спички. А. Так, живота погладить. But only if I can get home. Так. Книжки. Кто-то жил, кто-то жил, не тужил, где-то все подевали. А, это двор.
Подожди. И там ступенька наверх. Здесь ступенька наверх. Бог ты мой, ну и масштаб. Масло, репочки. Ну чё, все облазили-то? Ладно, мы должны, короче, туда залезть. Это и дураку понятно. И дураку понятно. А, бочки можно двумя руками шевелить. Вот, что мы еще выучили. Так. П. Масло для лампы среднее. А, маленькое. Бля. Давай такое используем. Так, задержка поставок неприемлема. Немедленно выслать ТЧК на капитан Лефёрте. Запрашиваю перевозку Капр де Бреви ТЧК. Па, какая-то, блядь. Так, так, так. Что за? Фак, где это? Как туда попасть, твою мать? Блять. О, лампа Аладдина. Смешно. О, о. Чё оно, ничего оно. Закончится, блять, и шо? Что, можно туда залезть? Нихера. Так, наверху были. Дальше, кто это? Что это? Ой, блядь. О. Давай, давай, давай. А ёб твою мать, блядь. Так, нашли какие-то руины. Подобрать нельзя ничего.
О. Блядь, надо спичку срочно запалить, блядь. Подожди, 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 не так. Рой. Давай, давай. Ну! Ну давай! Ну! Ну давай! Да ёб твою мать, запрыгни! Дебиль. Это дебила. Дебила кусок. Давай же, иди. А как я до этого запрыгивал? Объясните мне. О, блять, погас. О. Есть. Есть, есть. Чё это? Чё это? Как туда это? Чё это? Так. Ага. Эй, не падай. Так, с нее туда. И... Чё? Не успел прочитать. Чё? Бля, это пиздец. Сейчас сдохнем. Так. Блок. Сюда. Дебил. Так, 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 так. Так, блок. Блок, блок, брать. Можно блок? Блок, где ты, блок? Блок, где ты, блок? Давай живот успокоим. О-о-о. Нужно поговорить с доктором. С доктором понятно, что нужно поговорить. Так, о, да, 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 еще, еще, тихо, 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 есть, 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 что это за херня, что это за херня, и шо, и шо, нахуй я сюда запрыгну. Здесь. Твою мать, блядь. Вот это я полчаса тратил, чтобы... Бегать на свет, ну и канал. Я нахуй же отнесу. Ой, бля. Ой, бля. Давай, 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 бля, прикольно, глянь, глянь, круто, бля, круто. Подожди, 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 подожди. Что там, подсказки, подсказки. Что это? Я так и должно быть. Давай, вставай же. Раздупляемся. Так. Как я тут очутился, хуй его знает. О, хоть бы свет чуть-чуть дали.
Не, ну игра чего-то стоит. Игра в натуре неплохая. Да откройся ты, ёпта твою мать, откройся. Какие батарейки, блядь? Какие ещё нахуй батарейки? Какие нахуй батарейки, блядь? А мы поняли, что как-то сверху, как? Твою мать, блядь! Блять, дура тупоголовая, сука, опять упала. Пиздец. Так, тут надо... Шок, ой. О, лифт! О, лифт. Ой. Пружинный рычаг, станина, токарный сверлильный станок, надежная станина, верстак, лебедка от лифта. Где взять-то? Блять, страхово. Подожди, где-то я мотор же видел этот. Задрочила. Ой, задрочила, пиздец. Здесь были. О. Ура. Подожди. Чё? О, мешочек. Подтянуть. Да? Подожди. Так, мешочек. Теперь разобраться, где был лифт. Так, назад. Ой, блядь. Блядь, я обосрался. Блять, я обосрался! Ебать, у меня аж слезы, блять! Меня аж по телу ебануло. Ебать, что за собака там бегает, блять! Ебать! Ой, пиздец. Живот, ты где там, чё? Пиздец.
Блять, я сыранул, отвечаю. Блять, я сыранул. Ебать, я сыранул. Подожди. Так, ищем, чё мы ищем? О, лифт, слава богу. Слава богу, блядь. Есть! А чё вниз? Мне надо вверх! Я не понял нихуя! Встань нахуй! Какого хера, блядь? Ебать, я обосрался, я отвечаю, это пиздец. Что за хуйня? А пол где? Что за чушь, блядь? Ну... Батя в штаны навалил. О! Давай, давай, давай. Подожди. О! Приехали. Ёбаный в рот. А, страх усиливается, когда мы рядом с чудовищами, ты понял? А я что могу сделать? Мне спички нужны. Короче, в пизду. Опа, секас. А давай слазь. Нахуй я сюда упал. Ёбаный дебил, боже. Что такое? Ой, бля, начинается. Ой, бля, начинается. Хатиф Джинзо. Одинокий глаз в пустыне. Глаз в пустыне. Призыв обездоленного и просьба с помощью. Просьба о помощи. Хотя этот голос бесплотен и соткан из грез и тумана.
наряди точайшимся изнуренным путникам, уводя их с дороги в глушь. Там они тщетно блуждают, мучаясь от жажды, пока не остаются лишь кости и прах. У вас пизду. Бля, там где-то этот човик. Я боюсь, а. Блять, он где-то рядом, прикиньте, а. Пизда. Меня сейчас съест. Нахуй я сюда провалился, блядь. Увидел дырку на свою голову. Табуретку нахуй сюда пригорожу. Хуя не получу. Рано сюда не залазит. Пиздец. Отвечай, я обосрался, ну вон нахер. О, это хуйта где-то ловит. Пустите, блядь. Вон, видите, вот эта чепуха черная, ну и нахуй, наползает на экран, это жопа. Фу. Блять. Шо ты нахуй? Фу, пиздец. Ну, сука, страшно, блядь. Блять, так страшно, пиздец. О-о-о-о! Гуль, это был гуль. Какой сраку гуль, блядь. Ёп, опять эта дырка дурацкая. Ну да. Да иди уже, ёп. Бери уже эту хиромати. В смысле? Хуйта там бегает. Открой! Ой, бля. Я просто так втыкал в темноту, и эта хуйта как проскочила. Ебать. Да что такое, глянь, я лифт уже исправил. Так, надо еще собраться. На шкаф можно запрыгнуть. И что? Где-то эта чепуха ходит, бродит. Вот и нахуй. Оно ничего не открывается. Кабаная пушка. О, колеса. Куда
куда его можно укатить. Куда идти осторожно? Можно пол развалить, я понял. Надо пушку вот эту ебаную. Так. Так, тихо, тихо. 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 Подожди, кольцо, вижу кольцо. Есть. Где, ебать, второе колесо? Так, на свет надо выйти, пугаешь меня, заебал. Ух. Так, надо фонарь запалить. Ну тебя в пизду, блядь. Твою мать, блядь. Опять мурашки по телу. Где это ебаное колесо? Так штаны наложу, блядь. Фонарь, блядь, погас, ни одной спички, нихуя нет. Давай, толкай, блядь, Дина. Так, надо колесо где-то найти. А шо, вот это за хуетень? Понятно, что на двух колесах далеко не уедешь. Внимание, где колеса? Где я еще пушку видел? Это аж там, на улице. Да ебать колотить. Тупо открываешься, сука. О! Охуеть. Нахуй отсюда. Ой, тихо, тихо. Хуйня какая-то, блядь. Нарды. Из Абхазии. Страшно ебануться. Ебануться, Игорь. Ебануться, Игорь. Походу просрал лампу зря. Так, поедет, не? Пошел ты нахуй, не пугай меня. Пошел ты нахуй. Где гребаный лифт? Ой, лифт, давай. Опять он здесь где-то. Да это хуйня какая-то. Да пошел ты нахуй. Задрал меня пугать уже. Шо у меня там масло есть? Ниху...
большое масло для лампы есть. Надо колесо найти, все, блядь. О! О! Твою мать, нашли! А иди сюда! Ой, блядь, короче. Ой, бери. А я уже думал, все, пиздец. Ты, блядь, оно все рядом было. Тихо! 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 Гуль! Какой еще нахуй гуля? Есть, твою налево, блядь. Толкай ее нахуй. Сейчас покатаемся, нахуй. Давай, кати ее. Кати, 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 кати. Сейчас она завалится. Ох, блядь. Я сейчас фонарь включу, понял? Сучонок пугает меня, блядь. Я, сука, напугаю, блядь. Наконец-то, рация, твою налево. Hello? Hello, doctor? Фух! Yes, thank God. It's Tazi. Tazi Trianon. Are you well? Yes. Well, no, not really, not at all. I can't remember anything. I'm pregnant. I'm lost. Salim, a fort. I'm in a fort. We were here before, I think. I don't know. Doctor, where are you? Фак, пацаны, это вообще жопа. Ебать, я штаны чуть не наложил. Ух. У меня ноги, короче, ледяные. Кстати, так холодно, ну это ладно. Ебать. Фу. 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 Ебать. От этой темноты, во-первых, глаза болят.
Да отмени. Ой, капец, я не могу. Фух.